кукушка кукушонку купила капюшонок. Надел кукушонок капюшон, в капюшоне он смешон. Эй, йоу, всем мир, став в вашем доме. В городе лето, а это значит наступила пора дышать раскаленным воздухом, спасаться в кафешках с кондиционером, попивать мохито и по-доброму завидовать тем, кто отдыхает на морях. Ну а для тех, кто категорически не воспринимает лаунжевый образ жизни и хочет по максимуму отжать лето на впечатление, у меня есть офигенные новости. Или офигенные сильные жесты. У меня есть отличные новости. В магазин Став завезли нереально крутые лонгборды и крузеры марки Glob. Glob — это известная австралийская марка скейтерской обуви и одежды. Доски Glob изготовлены совместно с Dwindle Distribution под контролем профессионалов. Это позволяет изготовить лонгборды высочайшего качества по улучшенной цене. Ну а для тех, кто вообще не в курсе, что такое лонгборд и с чем это едят. Лонгборд возник из культуры серфинга еще в середине 50-х годов на Гавайских островах и в Калифорнии практически одновременно. Это была первая альтернатива серфингу, поэтому часто лонгборд называют серфингом на бетоне. Существует множество форм дек и множество стилей. Прежде чем выбрать свою первую доску, лучше немного в этом всем разобраться. Начнем, пожалуй, с модели Bentham. Bentham – это пластиковый крузер, идеальный выбор для города, главным достоинством которого остается маневренность. Можно с неимоверной легкостью обходить любые препятствия на дороге. Сделан с прочного пластика, не ломается, не боится ни воды, ни грязи. Длина деки 61 см, диаметр колес 62 мм, подшипники 7-го Абека. Кроме ярких и разноцветных мини-крузеров, в коллекции представлена серия из полупрозрачного пластика. Следующая модель называется Catalina. Тоже отличный вариант для спусков, приятной езды и просто бальяжно крутого катания. Лично я эту модель называю Cadillac. Также для любителей послайдить у нас есть отличная модель Neolas. Длина деки 90 см, 8-слойный клен, плавные конкейвы, диаметр колес 70 мм, подшипники 7-го Абека. А теперь давайте рассмотрим самый интересный лонгборд серии Glob. Модель Gemino. Он имеет твинтовую форму, низкую посадку и пониженный центр тяжести. Колеса диаметром 72 мм и подшипники 7-го Абека. Это отличный вариант для даунхиллов, фрирайда и просто крутого катания. Итак, если ты хочешь, чтобы это лето оставило в твоей памяти яркое и незабываемое лонгборд впечатление, добро пожаловать в магазин Став. Теперь низкая.